Весна, Андрианов. Весна, товарищ старший лейтенант. И подумать только, что наши сибиряки сейчас вот в Берлине дерутся, а мы, как палец квашни, застряли в этом проклятом Преслау. Ничего, сержант, скоро конец. Последние пули летают. Эх, дай-то бог, дай-то бог. Смотреть внимательно и быть наготове. Есть, товарищ старший лейтенант. Thank you.
здравствуй, Наташа. Наташенька, не дурно, совсем не дурно. Тебе понравилось? Понравилось, голубушка, понравилось. Поздравляю вас, Надежда Георгиевна. Искренне удивляюсь, как вам удалось сделать с Наташей этот чудесный вокалист. Удивляюсь. Да, Наташенька, сегодня вечером заходил к нам один военный. Хотя об этом лучше дома. Идемте, Надежда Георгиевна. Я уже его видела, дядя. Наташенька, поздравляю. Прими в знак моего восторга. Спасибо, Гриша. Молодцом, Наташка, пела очень хорошо. Да, кстати, а что с тобой было? Я увидела в зале Андрея. Андрюшку? Да. Балашова! Не может быть. Да ты ошиблась. Андрей! Балашов! Андрюшка! Разреши, Наташа, представить тебе лейтенанта Андрея Балашова. Здравствуй, Наташа. Вот ты и вернулся. Да, вернулся. Я слушал тебя сейчас, Наташа. Ты какой-то не такой. Ты очень хорошо пела. Ты совсем другой. Большой, взрослый. А ты не изменилась. Ну, профессор, вот и вернулся ваш долгожданный питомец. Сожалею, коллега, что он не вернулся несколько раньше. Конкурс. О, вы думаете, это могло бы изменить результат? Уверен, дорогой коллега, абсолютно уверен. Это невозможно. Простите, спешу, мой Боренька выступает. Ну, Андрюша, теперь нам с тобой предстоит уйма работы. Как видишь, первое место в этом году занял Оленич, а мог бы занять ты. И займешь.
Надеюсь, ты упражнялся там это время? Да фронт не классная комната, Вадим Сергеевич. Вздор, вздор, голубчик. Когда у Антона Рубинштейна не было под рукой инструмент, он упражнялся на столе, на доске. Да-да, голубушка. Завтра же начинаем работать. Прошу быть в классе ровно в 9. И не опаздывать. А Вадим Сергеевич все такое же. Он очень ждал тебя, Андрей. А ты? Ты ждала меня, Наташа? Я? Ты знаешь, Андрей, я... Наташа, я жду тебя. Андрюша, друг, вот неожиданность. Фу, какой ты шикарный, весь в орденах. Ну, здравствуй. Здравствуй, Борис. Поздравляю. Осторожно, руку-руку. Не жми так сильно. Перед концертом боюсь за руки. Наташенька, ты обещал слушать меня из зала. Да-да, Борис. Послушайте, Андрей, я буду играть Листа, и мне очень хочется знать твое мнение. Ну, конечно, Борис, с удовольствием. Голубчик, вас ждут. Все уже на сцене. Иду, иду, Григорий Семенович. Вы волнуетесь больше меня. Ну, голубчик, пожалуйста, поскорее. Ну, я не прощаюсь. Он что, Наташа, по-прежнему ухаживает за тобой, да? Он очень хорошо стал играть, Андрей. Ты знаешь, такая техника просто невероятная. Пойдем послушаем. А то он обидится. Пойдем. С тобой, Андрей? Ничего. Я просто играл Листа. Я спрашиваю, что с тобой, Андрей? Чем ты взволнован? Вы слышите, Вадим Сергеевич, как он играет? Как изумительно он играет! Играет хорошо. Но ты будешь играть лучше. Есть пианисты, которые блестяще подражают установленным образцам. Это хорошие пианисты. А есть пианисты, в игре которых звучит голос эпохи, голос сегодняшней жизни. Это чудесные пианисты. Если ты будешь работать, то ты... Вадим Сергеевич, знаете ли вы, что такое фауст-патрон? Нет? А я знаю. Мне он снится каждую ночь. Каждую ночь мне снится этот проклятый немецкий аптекарь. Потом взрыв, падает стена, потолок, дым. Клопотворм и добрые хирурги. Играть не сможете, а жить 100 лет. 100 лет, а
Зачем? Зачем? Ведь я же никогда не сумею так играть, как играл раньше. Понимаете, никогда. Сложная контрактура левой руки. Вот как это называется. Контрактура. Покажи мне руку. Ну что ж, можно жить и не быть пианистом. Вадим Сергеевич, дорогой мой Вадим Сергеевич, и это говорите мне вы. Вы, который учил меня в этом классе 12 лет. 12 лет я дышал здесь воздухом музыки. Воздухом Рубинштейна, Чайковского, Шопена, Листа. И мечтал, мечтал, что я, простой сибирский парень, смогу совсем по-новому раскрыть их музыку для моего народа. И я уже умел, умел. Вы же сами говорили мне об этом. А теперь, что вы говорите мне теперь, Вадим Сергеевич? Спокойно, Андрюша, спокойно. Из искусства не уходят, как из комнаты. Человека можно искалечить, можно. Но если в нем есть талант, если он настоящий художник, он все перетерпит и все победит. Искусство. Теперь оно не для меня, Вадим Сергеевич. Неправда. Как ты смеешь так говорить? Ты художник, ты музыкант. У тебя есть мужество, воля. Ты солдат, а не белоручка, не маленький сынок. Все это прописи, дорогой профессор. А искусство и музыка там, внизу. И даже Наташа, которая могла бы быть сейчас здесь, там, и аплодирует искусству там, там, там. Играл. Я так заслушалась, что потеряла Андрея. Кстати, ты его не видел здесь, а? Андрея? Ах да, Балашова. Видишь ли, я так увлекся Листом, что не уследил за Андреем. Я надеюсь, ты меня простишь. Наташа, а где наш лейтенант? Где Андрей? Он куда-то скрылся, Сережа. Я сама ищу его. Тащи его к подъезду, Наташа. Мы хорошо, будем ждать хорошо. Вас. Хорошо. Что с тобой, Боря? Ничего. Дядя, а я думала, что здесь Андрей. Да, он был здесь. Был и ушел. Что с тобой? Ты чем-то расстроен? Послушай, Наташа, я хотел бы тебя спросить. Я понимаю, конечно, что этот вопрос мог бы задать тебе только твой отец. Но 10 лет ты для меня дочь. Боже, какая торжественная подготовка. Можно подумать, что кто-то просил у тебя моей руки. Нет, нет, Наташенька, это не то, не то. Садись и слушай. Я тебе все расскажу. Видишь, Наташа, Андрей... Ну, где же Андрей? Где Наташа? Что с ним? Без четверти 11. Мы опоздали. Какой ужас. Там уж, наверное, все съели. А что ты волнуешься? Без вас же банкет не начнут. Ты думаешь? Ну, конечно. Нет, я больше не могу. Я голоден. Подержи, пожалуйста, Борис. Сейчас я их потороплю. Черт знает что. Пойдем и мы, Сережа. У меня замерзли руки. Пойдем. Борис, Сережа, идите сюда. Они здесь. Не может быть. Тебе показалось. Да я вам говорю, они здесь. Я ясно слышал их голоса. Странно. Возьми-ка.
что, голубчик? Извините, Вадим Сергеевич, но мы ждем вас. Все уже уехали. Наташа. Я никуда не поеду, Борис. Я тоже благодарю. Но вы же обещали, Вадим Сергеевич. У нас сегодня такой праздник. К сожалению, голубчики, нам сегодня не до праздников. Пошли, Наташа. Что случилось, а? Сереж? Ничего не понимаю. А где же Андрей? Он-то куда пропал, а? Нет, тут что-то неладно, ребята. Ради Господа нашего Иисуса Христа, а не то я эту штуку твою за борт вышвырну. Ведь у тебя в руках гармонь, подруга песни. Она о красоте больше человека сказать может. А ты ее превратил в бессловесное животное. Верно, дед. А ну сам сыграй. Не могу. Не дано. Таланту нету. Опять верно. Раз таланту нет, на базаре не купишь. Вот я с самого фронта учусь. Играю, играю, и все мимо. А ну, граждане, кто здесь есть специалист? Налетай! А дай-ка, друг, я попробую. С нашим удовольствием. Сыграй-ка, приятель, что-нибудь наше, сибирское. Можешь? Попробую. Когда-то получалось. Байкалья, где золото рою в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал, идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет. Песню забыл, про
Это да. Это по-нашему. Да. Вот что такое гармонь, милок. А тебе, товарищ хороший, спасибо за песню. Утешил. Да что вы. Возьмите, товарищ. Закуривай, друг. Спасибо. Может, моих желаешь? Да у меня уж есть. Вот смотри, Петруха, и рука у товарища повреждена, а играет, не читать и бегу же еду. А я ж, да разве я называюсь? А ведь, однако ж, не зря я таскал за собой эту бандуру. Наскочил волк на козу. А раз так, бери ее, товарищ, себе, владей. Да что вы, такая дорогая вещь, зачем же? Да она же мне без надобности, а после тебя я к ней прикоснуться не смею. Бери! Бери, бери! Только играй! На стенку не вешай! Хорошая песня! Большая подмога в нашем деле! Верно, дед! Бери, друг! Владей! Правильно, Петруха! Забирай, товарищ! Бери, приятель! Бери! Бери! Спасибо! Пошли, Степа! Пошли! Расстроили парня! Лихой! Точно! Присаживайтесь, товарищ! Садись! Садись! Сам-то ты откуда? Из Боготова. Техник, значит. Нашинской. А профессия твоя, извиняюсь, какая? Чертежник. На строительство еду, в Курбакан. В Курбакан едете? Хорошая стройка. Я там, между прочим, чайной заведую. Заварин, Корней Нефедович. Может, слыхали? И две ночи. Жаль, жаль. Курите? Благодарствую. Курите, курите. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю. Семён, загораешь? Давай. Уснул гусь. Эх, как ее. Да. Потеха прямо. Который раз и все на этом месте. Насмешки. Подведи домкрат и смени скат. Есть, товарищ старшина. Здорово, Кондратьевна. Пара чая, дырка от публика. Опять прокол у тебя, Яша? Да гвоздь тут у вас. Да ну, ой-ой-ой. Не гвоздь, а заноза. Зачем эту машину портить? А что же мне, на танке, что ли, по вашему строительству ездить? Вот танкист, он действительно никакого гвоздя не боится. Ему что? А занозы? Занозы танкист не боится? Вы скажете тоже. Здравствуйте, Яков Захарович. Здравствуйте, Настасья Петровна. Опять несчастье у вас? Так ведь все из-за вас, Настенька. 13-й прокол делаю, ответ от вас никакого. Слово серебро, молчание золото. Ну да, вам только смешки надо мной. А вы думаете, мне вот этот чай, он так себе? Он мне вреден. У меня от него изжога. А вы дуйте, дуйте. Так ведь чай можно остудить, а не сердце. А может, ваше сердце на Кубани оставлено? Да что ж я, петух какой. Да нет, зачем же? Однако чужая душа потемки. Девушки! Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Николаевич! Товарищ лейтенант! Гусенков! Андрей Николаевич! Гусенкова! Сержант, дорогой ты мой! Ну вы-то как сюда Андрей попали, Николаевич. А? Вот это здорово! Товарищ, как будто в роту вернулся, а? А вы меня в госпиталь ждали, да и забыли. Ну что вы, как можно? А как же рука ваша? Корней Николаевич! Это кто ж такой? Это? Это артист! Да я вижу, вы знакомы. Как же, командир мой. Воевали вместе. Ну, да, какие чудеса. А ну, Настенька, полный почет твоему командиру. Напоить, накормить, да и мне заодно закусить чего-нибудь. Живо. Есть. Настенька, кто это? Командир мой, пустите некогда. Пару чаю. Товарищ старшина. Машину в боевом порядке, скат сменил, можно ехать. Обождать. Ну ведь самолет, товарищ старшина, пассажиры-то. Кругом, шагом. Товарищ старшина, пассажир. Шагом. Арш. Ну, товарищ старшина. Шагом. Арш. Гусь. Настенька, ну что же.
вы сюда в наши края-то попали, а? А ведь это, Настенька, и мои края. Ну, вот не знал-то. А что вы будете здесь делать? Неужто на строительство? Ага, на строительство. А по субботам буду у вас вот на этом баяне играть. Выступать будете, как артист, да? Настенька! Ну, какой же я артист, Настенька? Настасья Петровна! Товарищ Кусенкова! Вы чего варете? Чего варете-то? Самовар. Обопьете, Яков Захарович, лопните. Артист. Акробат. Товарищ Шатер. Опаздывайся. Садитесь. Садитесь. Ездят тут. Чаю не дадут попить. Цистерна, а не человек. Ну, значит, влюблен в вас. Это почему же вы так решаете, Андрей? Так вот ведь ездит за вами. О, это еще не совсем факт. Человек, может быть, когда влюблен, он подали уезжает. Да. Уходил на войну Сибиря. Енисеем с тайгою прощался, словно силы для жарких татар, от родимой земли набирался. Уходил на войну в Сибиряк, с Енисеем с тайгою прощался. Хранил и берег образ родины, образ любимой. Много видел он стран и дорог, средь огня и военного дыма. Но в походах хранил и берег образ родины, образ любимой. Солдата тяжелый и длинный, сибиряк воевал под Москвой, а закончил войну он в Берлине. Он с победой вернулся домой, Енисей его встретил былины. Андрей Николаевич, небывалый случай. Просит вас. Может, еще что-нибудь сыграете? Не буду я больше играть. Не могу. Что так? Охрип, что ли? Аль музыка не веселит, а? Эх, Корней Нефедович, разве это музыка? Об этом ли я мечтал, когда учился? Прощения просим. Извините нас. Да, что же это вы нас покинули, Андрей Николаевич? Ушли и мы осиротели. Мой друг, еще что-нибудь, а? Просим вас. Просим. Просим. Ну, если теть не в настроении, так сыграйте что-нибудь. Тешьте это, сибирские. Очень растроганы вашим талантом. Так вот и я говорю. Просите его, мужики. Просите. Просим, Андрей Николаевич. Просим. Конечно, сыграли.
Пойдемте, я вам спою старинную сибирскую песню. Вот, вот у вас, настоящий сибиряк. Эх, золотой человек в нашем деле. Почему нас здесь посадили? Товарищ дежурный, вот мы четверо летим в Америку на международный конкурс исполнителей. Во Владивостоке нас ждет пароход. Я же объяснял вам, товарищ. Туман, приказ по трассе. Но поймите, пароход, каюта, мы же можем опоздать. Довольно, Борис, довольно. Ты и так сказал много. Скажите, товарищ дежурный, да? А что же, долго вы собираетесь нас здесь держать? Как вам сказать? До погоды. Прости, пожалуйста. А скажите, что у вас тут имеется? Ресторан, буфет или столовая? Пока ничего. Как ничего? Строим-то. Да ведь аэродром-то наш не пассажир. Так что... Так что попали. Ну, а как же все-таки нам устроиться, хотя бы переночевать? Мог бы предложить вам комнату на нашем строительстве. Но это километров 10-12. Пешком? Нет, зачем? Мы отвезем вас. Товарищ Бурмак! Здесь! Отведете товарищей пассажиров к Корнею Федоровичу и подождете их там до утра. Есть отвезти, обождать до утра. Прошу! До свидания. Всем спасибо. Прошу. Эх, такую погодку до денька бы на три. Ну вот и все наше угощение. О, да вы нам здесь целый пир устроили. А скажите, девушка, откуда здесь в тайге взялась сия райская обитель? Здесь что же, золото моют, зверовой совхоз, завод? Бумажный комбинат строим. Бумажный комбинат в тайге, в горах? А где же его строить? В степи, что ли? Девушка, скажите, пожалуйста, у вас здесь что только... Самолеты ходят, а поезда не летают. Нет, до станции у нас километров 200. Ой, это ужасно. Ну, кушайте, пожалуйста, а то самовар остынет. Спасибо. Ребят, садитесь. Гриша, ты что будешь кушать? Колбасу, сыр или рыбу? Ой, что ты говоришь? Ну, вы здесь пируйте, а я пойду им займусь. Говорил я тебе, не ешь в самолете. Да, да. Да, не послушался. Спасибо. Вот теперь возьми с тобой. В чем дело, Борис? Видишь ли, Наташа, я хочу поговорить с тобой. А для этого не обязательно запирать дверь. Наташа, я долго ждал этой удобной минуты. Это неудобная минута. Я устала и хочу спать. Иди, Борис, нам завтра лететь, иди. Хорошо. Сами присели бы, Настасья Петровна. Не полагается нам. Так, понятно. Семен, глянь машину. Есть! Эх, Настенька, Настенька. Ну зачем вы мне на реке Днепр жизнь спасли, а теперь ее обратно отнимаете? Да это одно только ваше воображение, Яков Захарович. Нет, вы мной играете вместе с этим артистом, гармонистом. Но я ему... Ты, товарищ Бурмак, Андрей Николаевич, в наш глупый разговор не вмешивайся. Но я ему не баян, чтобы он на моей жизни вариации выделал. Я с ним сам поговорю. Только посмейте, только посмей. И посмею. Кубань. Спокойно. Опять вам незадача, товарищ старшина. Не твоего носа дело, гусь. Береги стол. Есть.
Разрешите? Я с посудой, можно? Пожалуйста. О, да вы ничего и не кушали. И чаю не пили. А я не по вкусу пришел. Скучно у вас тут. Тайга, тайга. Ну что, у нас тут народу пропасть. Вот рядом наш комбинат, а на реке пароходы, сплав. А на той стороне в прошлом году олово нашли. Завод строить. Жизнь. А может, горяченького чайку принять, а? Нет, спасибо. А вы что же, на войне были, да? Ну как же, все 4 года. Да у нас тут многие с войны. Вот вы какая, а? А как же вас звать? Настенька. А меня Наташа. Очень приятно. Да вы не скучайте. У нас тут хорошо. Вот утром солнышко взойдет. Такое тут. Сами увидите. Ну, спокойной ночи вам. Спокойной ночи. И вот, только начала определяться картина моего счастья, приезжайте вы. Вот теперь спрашивается, чья любовь старше? Хотя вы и старший лейтенант. Ну зачем вы на моей дороге становитесь, Андрей Николаевич? Товарищ старшина, вашу руку. Есть, дать руку. Слово офицера. Настенька для меня только друг. Повторите это еще раз. Только друг. Андрей Николаевич, товарищ старший лейтенант, дорогой, я рад вам. Девушка, что ты делаешь? Ты с ума сошел? Порядок, Корней. Разрешите идти, товарищ старший лейтенант? Иди. Сенька! А я думал, вы подрались с ним. Да что вы, Корней Николаевич, хороший парень. Яшка-то казак, казак. Андрей Николаевич, да? Народ ждет вас. Слышите? Черт знает, что такое. Неужели они думают, что мы будем выступать в этой чайной? Расскажу я вам, ребята, и как нашел себе жену. Ну! Был шофером я в солдатах, за баранкой всю войну. И куда я не поеду, встречу девушку с флажком. Только я начну беседу. Не задержи свои движения. Проезжай без промедления. Мы бригад пути закон. Мы бригад пути закон. Далеко и до греха. Грузовик мой дальше мчится. Фронт уходит за границу. Встретил снова ту девицу по дороге в Бухарест. Разрешите обратиться. Только быстро, здесь разъезд. Приезжай да поскорее. Видишь, сзади батарея, а не то пошлю в объезд. Хай, наверка, ха-ха-ха, ей найдешь ли жениха. Еду влево, еду вправо, впереди горит Варшава. Гром гремит, вокруг война, а впереди опять она. Здравствуй, милая моя. А я вовсе не твоя, не мешай, работы много. Ведь главная дорога. Почему ты не спишь, Наташ? Кто это поет? Ерунда какая-то, официантка, трактирный музыкант. Иди спи, спи. Да чего ты меня затворяешь? Я хочу посмотреть. Мы гуляли по Берлине. Андрей! Андрей! Здесь. Иди в комнату, Наташа, неудобно. Он может тебя заметить. Никуда я не пойду. А затем и на бумаге. И поехали домой. Ой. Путь обратный, путь в Россию. Реки, села, города. Вместе едем мы впервые. Но и теперь навсегда. Вот это да! Если будете в Тюмени, позвоните к нам в колхоз. Мы бы
Кладя пельмени, положили к нам мороз. Эх, Сибирь, душа моя, нам сдается, что она дня большого счастья. Очень подходящая страна. Тебе нравится этот балаган? Зайдем вниз, Борис. Мы его поставим в неловкое положение. Но я хочу его видеть. Ну хорошо, я попрошу его сюда. Ах, тебе не стыдно? Он что, официант? Пусти, я пойду одна. Послушайте, Настенька, а что этот гармонист? Он еще не ушел? Андрей Николаевич, а куда ему уйти? Он здесь живет. Вот я ему ужин как раз несу. Я хочу его видеть, поговорить с ним. Ну, пойдемте. А вы что, его знакомые? Да, знакомые. Андрей Николаевич, к вам тут пришли. Наташа? Андрей. Наташа! А я вас ищу, ищу. Вы плачете? Ничего, я куда плачу. Это я сам. Нет, я вижу, вас кто-то обидит. Кто он? Имя его как? Да я ж его в мелкий табак сотру. Кто он? Никто меня не обидел. Просто я посуду разбила. Видите, пустите меня. Вижу. Но здесь что-то другое. Откуда она здесь? Я вырезал ее у консерватории в тот вечер. Помнишь? В тот вечер. Когда ты ничего не рассказал мне о себе, не подождал меня. И даже не простился, а бежал. Бежал, как трус. Так сказал про тебя дядя. Вадим Сергеевич, он прав. Я действительно тогда бежал. Я испугался. Испугался? Кого? Самого себя. И я решил, Наташа, забраться куда-нибудь подальше. Подальше от всего. От музыки, концертов, от афиш. И от меня. Прости, Наташа. Но мне было очень тяжело. И я не мог иначе. И вот... Ты снова с музыкой. Но где? Здесь. В этой чайной, в тайге. Как это не похоже на тебя, Андрей. Ты видишь здесь только чайную, Наташа. А я вижу народ. Наш простой русский народ. Это они. Вот эти мужики и парни в трудные дни отстояли Москву и победили под Сталинградом. За годы войны я как-то сроднился с ними. И когда мне стало тяжело, я вернулся к ним сюда, в Сибирь. И ты знаешь, они помогли мне. Они помогли мне поверить, что я еще что-то могу, что я музыкант. Конечно, не такой, как раньше, но музыкант. И вот в свободное от работы время я стал играть им. Петь их же старинные песни, сочинять свои. И ты знаешь, мне стало легче. Они приходят сюда как на праздник. И требуют моей музыки, моих песен. Ты слышишь? Андрей. Наташа. Андрей. Извиняюсь,
Олег Николаевич. Иду, иду. Батюшки! А ведь действительно, Андрей, а? Андрюша. Смотрите, смотрите. Она хочет петь в таком дыму. Сумасшедшая, она же охрипнет. Ее надо остановить. А подожди, подожди, не мешай. Пусть поет. Зачем тебя я, милый мой, узнала? Зачем ты мне ответила? Ах, лучше бы тебя. Наши студенческие вечера на Кисловке.
Да, помню. И даже тот же вальс. Веселее, сержант. Выше голову. А насчет этой артистки не беспокойтесь. Завтра же отвезу ее. Посажу в самолет, смахну флажком, и полетит она. А вы тут с ним останетесь. А вы-то как, Яша? Ничего, управлюсь. Ездил я по родной стране, но теперь в этот край я влюблен. Вам, строителям, победителям, наш привет и почет, и поклон. Сейчас взойдет, и озарятся эти могучие леса, озера, сопки, и ты увидишь мою Сибирь, увидишь край мой, как много в нем, Наташа, красоты, просторы и богатства. А люди, какие люди здесь! Иногда мне кажется, что это богатыри, умельцы, золотые руки. Вот посмотри, полгода назад вот здесь была тайга, жил зверь, и редко какой-нибудь охотник заглядывал сюда. Но пришли эти люди, сорвали, вырвали тайгу, и скоро здесь будет белое царство бумаги. Бумага, она промчится по стране, подобно быстрокрылой птице, и, может быть, письмом ко мне, твоим письмом, родная, возвратится. Смотри, смотри, Андрей, восходит! Черт знает что. Она что, летит в Америку или совершает свадебное путешествие? Да вот они, что ты волнуешься. Ну, наконец-то! Куда это вы запропастились? А мы были на стройке, смотрели восход. Жаль, что вы не пошли с нами, ребята. Это как сказка. Наташа, нам сейчас не до сказок. Ну, прощайся, садись в машину. Ну, прощай, друг. Счастливо, Сережа. Будь здоров. Прощай, Андрей. Прощай, Борис. Гудбай, Андрюша. Гудбай. Прощайся, Наташа! Скорее! До свидания, Андрюша. Будь счастлива, Наташа. Береги себя. Скорее, Наташа. Ну, а теперь уезжайте. А мои вещи пришлите шоферам. Я остаюсь здесь. Что такое? Ты шутишь? Нет, я не шучу. Ну, не глупи, Наташка, садись. И поскорей, пожалуйста, мы же опаздываем. Я не поеду, ребята, прощайте. И не ругайте меня, прощайте. Наташа, это не говорят. Ты с ума сошла.
Не имеешь права, у тебя командировка, паспорт. Нас ждет теплоход, заказ на каюты, Наташа. Да никуда я не поеду, я остаюсь здесь. Извините, мое дело, конечно, шоферское, но я бы вам тоже не советовал. Комары здесь, звери, тайга, глушь, обидеть мог. Ничего, не обидит. Прощайте, ребята. Это черт знает что. Ну что ж ты молчишь, Серег? Неужели ты не понимаешь, что это невозможно, это возмутительно? Да, неожиданно, конечно, получилось. Но я думаю, она правильно делает. Едем без нее. Никуда мы без нее не поедем, нам за это попадем. Еще как попадем. Неправильно. Учат вас. Посылают на боевое задание, а вы выкрутасы всякие. Где дисциплина? Вот на губу бы вас всех за это, тогда бы знали, где раки зимуют. Спокойно, старшина, спокойно. Опоздаете, ребят, самолет улетит без вас. Это ты во всем виноват. Да, я, ну и что же? Будем серьезно. Я хочу говорить с тобой конфиденциально. Как мужчина с мужчиной? Да. Тогда пойдем ко мне в комнату. Кстати, там у меня уже был вчера один такой разговор. Пойдем. Мы оба любим Наташу. Оба. Но ты, Андрей, эгоист. Ты не хочешь ее счастья. А почему ты так думаешь? Как почему? Да неужели ты не понимаешь, кто ты и кто она? Ты трактирный гармонист. Не по твоей вине, конечно. Я понимаю, война и прочее. А ее ждет слава. Народ, Америка, Европа. Если ты сегодня удержишь ее здесь, она через неделю поймет, что ошиблась, и будет страдать. Ну неужели, Андрюша, ты хочешь свое счастье строить на ее ошибки, на ее жалости к тебе? Неужели ты хочешь, чтобы она... А чего ты от меня хочешь? Я? Да ты! Я хочу, чтобы ты оставил Наташу в покое и не губил ее жизнь. Ну хорошо, хорошо, ты обрел свое призвание здесь. А она что? Что она будет делать в этой чайне? Подавать квас, чай, 100 грамм? Замолчи! Слушай, ты... Андрей... Когда-то ты был моим другом. Андрюш. Но это было давно. Андрей. Это было до войны. А сейчас... А сейчас вы все карты перевернули. Весь план их жизни испортили. И вот из-за вас, можно сказать, слезы проливаются. Из-за меня? Какие слезы? Кто проливает? Да вы садитесь, пожалуйста. Это вам спасибо. Конечно, невелика птица, мог бы постоять. Но кто она? Вот в чем суть. Незаметный герой войны, каких миллионы, тысячи. Но для некоторых, заметьте, одна. И давно одна. А он ее командир. И, может быть, промежду них смерть стояла не один раз. Разве можно девушке такое забыть? Понимаю. Понимаю. Настенька. Точно. Она. Боже мой. Какой ужас. Мы летим в трубу. Зачем вы ходили туда, Яша? Что вы ей говорили? Эх, Настась Петровна. Товарищ старшина, задержать отъезд пассажиров на 5 минут. Есть задержать отъезд пассажиров. Прости, Наташа. Но тебе... Тебе лучше все-таки уехать. Ты понимаешь, я не могу иначе. Я не имею права. Не продолжай, Андрей, не надо. Я все понимаю. Но почему ты... Сережа, Борис! Ради бога, не уезжайте! Подождите! Желаю вам, Настенька, счастья, полного счастья. Вы его заслужили. Прощайте. Thank you.
Звоните, это все Яша Бурмак. Он был у нее, говорил с ней. Все это из-за меня. Все из-за меня. Господи, какая я несчастная. Да что же вы стоите? Бегите, верните ее, она вас любит. Все. Не надо. Не надо, Настя. Не надо не бежать, не звонить. Все правильно. Все на своих местах. Прощайте, Настенька. Что Бурмак обещал, он сделал. Теперь вашему счастью никаких помех. Живите, не поминайте лихом. Я удаляюсь, потому ручаться за себя не могу. Характер. Низкий поклон вашему Андрею Николаевичу. Пусть он поет и веселит народ. И вас, конечно. Но его нет, Яш. Он уехал, ушел. Как ушел? Куда ушел? Да забрал свои вещи и ушел. Это он что? На смешки шутит. Не позволю вернуть. И пропадает счастье человека из-за какого-то ржавого гвоздя, а? Yeah.
Момент, ребята! Хоть проснимся и поедем дальше! Раз, Наталья Павловна. Поздравляю вас. Наталья Павловна, да как же это вы к нам? Сами или с Андреем Николаевичем? Нет, Настенька, я сама. Одна. А ведь вы, Яша, вы мне тогда совсем другое говорили. А теперь вот свадьба у вас. И вы оба такие счастливые. Я очень рада, очень рада. Видишь, медведь, что наделал язык твой глупый? Письма ему писала, телеграммы. А ответа нет и нет, и его нет. Вот они... Ладно, разобрался. Вы меня, Наталья Павловна, простите, ради бога. Это я из-за нее, вот из-за птахи этой. Из-за меня все, Наталья Павловна, все из-за меня. Обожди. Вот мы тут женимся, свадьбы играем, веселимся, а хорошие люди страдают, по свету мыкаются. А кто виноват? Я виноват, Наталья Павловна. Ну что вы, Яша, да вы-то тут при чем? Как при чем? Нет, позвольте. Если Бурмак виноват, он за спину других не прячется. А раз так, ни на какую Кубань мы с тобой, Настя, не едем. Точка! Это еще зачем? А затем искать будем вашего Андрея Николаевича. И все им объясним, все расскажем. Правильно, Яша, мудрец. Ну как же мы его найдем без адреса? А как я птаху свою разыскал? Да не то что адрес, приметы никакой не было. А тут такой человек, да мы его по песням найдем. Мудрец! Песня, тут и он. Правильно! Одевайтесь, Наталья Павловна. Верно, Наталья Павловна, едем. Одевайтесь. Эх, и лошади как раз у крыльца. Да сам диску мешками там сейчас. Одевайтесь, Наталья Павловна. Поехали! Неведомая, дикая, седая, медведицею белою Сибирь, за камнем, за Уралом пропадаю, звала, звала меня в серебряную ширь. Что в этой шире? Где конец раздолья? А может быть и нет у меня конца. Но к ней тянулись за вольготной долью отчаянные русские сердца.
Наташ, да подумай наконец о себе. Но если бы он помнил о тебе и хотел увидеть тебя, он мог бы написать хотя бы две строчки. Ну где эти строчки, ну где? Их нет. А ты забросила концерты, бегаешь, ездишь за ним по всей Сибири, как жена декабриста. Да кто он, в конце концов? Князь Трубецкой, Волконской. Я прошу тебя, Борис, ведь ты же дал мне слово. Послушай, Наташ, но мне обидно. Обидно, что ты не замечаешь человека, который тебя любит, для которого ты все, понимаешь, все. Не начинай, Борис, не надо. Наташ, неужели ты не хочешь счастья? Настоящего, тихого счастья, где не будет никого, кроме нас и нашей музыки. Ты все это уже говорил, Борис. Прости, но мне надоели твои бесконечные восклицания. Да и признаться, музыка твоя, ты только порхаешь по клавишам. Ведь ты молодой, талантливый, как будто не глупый, но как ты не похож на тех людей. Вот, например, Яша Бурмак с его широким русским сердцем. Или Настенька, или Корней Нефёдович. Или Андрей с его настойчивым желанием вновь найти себя. А ты? Ты живешь лишь для себя, любуешься своей игрой и любишь только самого себя. Ах, вот как! Значит, я эгоист, обыватель. Да. Нет, Наталья Павловна, я артист. Меня знает вся страна, вся Европа. Меня слушает по радио весь мир. И глумиться над моим искусством я не позволю даже вам. Прощайте. Уже покидаете нас, Борис Григорьевич? Да, покидаю, Вадим Сергеевич. И навсегда. Наташа стала невыносимой, она оскорбила меня, мое искусство. Ваше? Мою музыку, я не потерплю этого. И правильно, голубчик, не терпите, не терпите. Это уж слишком. Прощайте, Вадим Сергеевич, вы должны понять меня, как музыкант, музыкант. Понимаю, голубчик, вполне понимаю. Прощайте, голубчик. Наташа! Наташа! Наташенька, что у тебя вышло с Борисом Григорьевичем? Ничего. Я просто сказала ему все, что я о нем думаю. Вот это нехорошо. Зачем же так обижать молодого человека? Но он стал невыносим. Стал? То он всегда таким был, ты только этого не замечала. Да, возможно. А скажи, дядя, тебе не кажется смешным, глупым, что я, как девчонка, бегаю за Андреем, думаю о нем, ищу его, а он даже письма не напишет. Видишь ли, Наташа, с ним, очевидно, сейчас происходит что-то. Это Борис. Опять что-нибудь недосказал, недовыяснил. Открой ему, дядя, скажи, что я не хочу его видеть. Нет, голубушка, объясняйся с ним сама. Я не вмешиваюсь. Ну, я прошу тебя, дядя. Нет, 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 нет. Ну, дядя, пожалуйста, милый. Ну, пойди, дядя, пойди. Сережа, Вадим Сергеевич, нашелся, отыскался! Ура! Наташа! Наташа, Андрей! Андрей, Андрей! Наташа! Андрей! Андрей! Где он? Где он? Представьте себе! Фух! Представьте себе, вваливается сейчас ко мне вот этого огромного роста летчик, весь в кожаном, и пахнет в руки вот эту штуку. Открываю клавир, а летчик так спокойненько. Это, говорит, вам товарищ Балашов прислал с зимовки Заполярья. А вот он куда собрался. Мы-то его всюду ищем, а он сидит во льдах и музыку пишет. И какую музыку, какую музыку вы послушайте? Вадим Сергеевич, какую музыку? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сказание о земле сибирской. Сюда прислал. Ты казак кубанский, на морозе нос отморозил. А Ермак Тимофеевич, по-твоему, кто был? Ну,
что Ермак, он Сибирь завоевал. А я тебя. Еще неизвестно, кому труднее было, Ермаку или Бурмаку. Медведицею белою Сибирь, за камнем, за Уралом пропадая, звала, звала в серебряную ширь. Что в этой шире, где конец раздолью, а может быть и нет у ней конца. Но к ней тянулись за вольготной долью отчаянные русские сердца. И вот однажды сквозь туман и мрак к реке Тоболу подошел Ермак. В тот день Тобол ярился и шумел, кипели волны, молнии блистали. Покорена, а племя Ермака, Хабаров, Московитин все шло вперед, мол, довершим сполна. Уж больно был для русского завиден седой простор, огромный, как луна. И наш казак, нехоженный тропою, пугая зверя воинской трубою, все шел, дошел ветрами обуян. И вот великая Россия пред собою увидела Великий океан. Сыщи края, что и пышней, и чище, найди простор, где дремлет столько сил. О, лютый царь, сибирские землища, край каторги, смертей и горя превратил. Здесь были пугачевцы, декабристы, народовольцы были и большевики.
Здесь Чернышевской на реке на Лене творения обдумывал свои. Здесь план восстания разработал Ленин. Предвидя пролетарские бои. Отсюда с нами, в югой обуянной, в Россию шел он руководить боями. Могучая, тучная, полная жизнь. Ты мощно, Сибирь, отвечаешь на труд. Недаром по праву гордится отчизна. Поэмой лесов твоих, сказкою руд. По тигровым сопкам, по волчьим полянам, из тундры, из леса, из недр, из болот. Навстречу великим ленинским планам Сибирь золотая! Встает! Наконец-то мы с тобой одни. Разрешите? Разрешите? Пластика. Старшина, откуда вы? А мы здесь рядом едем. Видели, как вас провожали. И вот пришли поздравить. По законным бракам. Поздравляю, Юрий Николаевич. И вас так желаю. Садитесь. А вы что, опять в Америку? Нет, не в Америку. Гастроль, значит. И не гастроль. А, понимаю. Свадебное путешествие. И не свадебное путешествие. А куда же? В Красноярск едем. В театре работать будем. Ой, к нам! И надолго? На совсем, Настенька. Да, вот хорошо-то. Как же это вы так из Москвы, из центра, и вдруг в Сибирь? Командировали вас, что ли? Почему командировали? Домой едем, на родину. Я ведь тоже сибиряк, старшина. Понимаю. А народ наш не только в Москве, да в центре живет. А Наталья Павловна как же? Ей ведь поди скучно будет у нас. Тайга, тайга. Нет, Настя. Мне теперь ваши края такие близкие и родные стали. Это верно. Края у нас что надо.
Во всем свете не найдешь таких. Да, Сибирь, Сибирь. Славенный русский край, земля потомков еловых, и в летнем зное, и в снега светла и хороша. Дороже золота гора твоих сынов. Твоих сынов. Душа Сибирь, Сибирь, благословенный русский край, русский край, земля потомков Ермака. Волна ты хлеба золотым, железом и рудой.